один ДД. Я тебе докладываю, он не одетый хил. Он еще не одетый. У него они там просто туловище, я тебе говорю, бегает его вообще. Там он на БГ когда есть, там все пизда, люди плачут. Одетого хила, нашел одетого хила с хорошим резцем, с хорошей броней. Максимум, ну, типа, сколько надо на него потратить, это надо три хороших дамагера, чтобы его пробить. Я вам говорю, я на БГ с ним когда бегаю, вот чисто вдвоем, он говорит, пошли флаг захватим, например, на Арате, да? Мы бежим, он в толпу вбегает, а я как крыса ебаная сбоку в кустах прячусь, а на нем 8 человек где-то ебашит его, и я сдалека начинаю их пидорить нахуй. А его никто не убить не может. А ты учитывай то, что как бы там довольно-таки слабые ДДшники. Чтобы его, да, блядь, неправильно, понимаешь? Вот ты рассказываешь против даунов БГ. Блять, он ПВПшился, блять, против бисовых рок, там, против, блять, всего. Он просто измором берет, я тебе говорю. Ты очень длительный процесс. Когда ты бьешь, и куча оленей бьют, не соблюдая ни диминишинг, ничего, ты никак не убьешь хила. Когда они, блядь, три стана дают подряд, и все, или там сало в сало. Поверь, на БГ это всегда происходит так, потому что они не договариваются и просто бьют. Я же вижу, что происходит. Какой там диминишинг, на БГ, там просто кучка стадов долбоёбов бегут к тебе, и всё. Бы хила, если видно, что он не убирает. Я бы тебя щелкнул, а не его. Ну, всё. Понятное дело, так от этого и зависит весь бой, согласен со мной? Они как долбоёбы конченые рвутся на него, он специально этот сбор на себя берет. А я на расстоянии, или ему что, надо только на расстоянии дать подамажить, и все, и до свидос, любой класс. А если Элиму начинать, ну, бить, ну, пиздец, все. Мне надо... Все, конечно, хорошо, давайте с умпами и погнали в трэш. Ну, уже будем тут. Кто упал, вставайте сами, заходите в инст. На альтерак вообще слили. Бой идут? Там в этом, как его, у нас в Пугарейде вкладки ролл, там чувак про Грулмагик спрашивает, он меня с тобой перепутал. Там кто-то покупает, да, это живой канал вообще? Не, его закинули. Сало же, рада. Это человек, который вчера пошел с тобой вечерком, когда вы перед РТ решили сходить. Я не знаю, Женя. Не со мной, а с тобой. Короче, раньше этот сапфир, получается, бой начинается, и у кого, вот когда заряд вылетает, и у кого заряд, типа, вылетел, мой, а потом твой вылетел заряд через секунду, и все, и он, типа, настагнится на 2, и двойной урон тебе в рекаунт идет, а мне в хуй идет, либо наоборот. Вот эта херня, если 2 сапфира в рейде, я сразу снимаю, потому что... Мы поэтому снимаем, да, чтобы ДПС не накручивать кому-то. Главный аргумент. Либо приходится, знаешь, что делать? Ждать, пока ты начнешь первый ДПС и через 3 секунды, допустим, начать. Либо честно, привык... вообще пофиг, ради хосты набивай. Ради хосты? Да он тупорылый, блядь. Книжку ради хосты, давай. Ты еще и сильно средишь. Посоветуешь. Что-то на форум, напишите, чтобы он Элему сделал тотем как Цове на СПД. Бей, а он не сделает тотем, не тотем. Вот никто вообще не просил Сове сделать тотем на СПД, вот вообще не делал. Да? А у Пала стакающий, сколько мы просили, нихуя не поменяли. Я бы наоборот на ДКшку стакающую поставил. Я не люблю эту хуйню проковую. Как вот он у тебя постоянно прокает? Смотри, лучше постоянное, чем прокает. Согласен. Так он и постоянно и висит, разве нет? Ты просто, Леха, понимаешь, у тебя это оно зависит от скилла, который ты нажмешь, то есть там удар смерти или что там. А у нас стоит постоянно отвечать висит. Поэтому нам прокует намного интереснее. Ибо мы сразу получаем всю силу на весь бой. Либо, блядь, нам нужны эти ебаные 5 стаков.
которые, блядь, нас совершенно не зависят ничего. Че, делаем скрин, кидаем на форум, убили Лара Гер, да? Кто-то мастер фотошопа есть? Не забудьте на миникарту. Еще напиши вторым статьи, по-моему. А зачем фотошоп? Просто вот берешь каким-нибудь аддончиком закрываешь вот этот флажочек, все и довольно. Да, он туда повесил, нормально. У меня сборка стоит такая, что нету сложности, не видно. Тем более. ХП босса. А зачем на него нажимать? Он лежит мертвый, все дела. Такие попроще. Скажет КД, сока ХМ, покажите КД. Сока ХМ. Айди КД. А там не показывает, знаешь, там не показывает героическое или не героическое. У тебя есть два ЦЛК, но не написано, что ЦЛК ХМ. Ну они разберутся. Ну как? В логах посмотрят, Саша. Зайдут, скажут, дайте КД принять. И все. Не надо им никакой КД принимать, они придут в логах, посмотрят. Этот, так знаешь, этот пишем, убили Келя, короче. Хотя звездочеты и роботы не убивали, да? Взрослый, если кажется, они поведут. Нет. Скажет, как, блядь? Если он скажет, Рокл не понял, но бандам самурай. Скорее всего, так будет. Не, ну в теории же там можно сквозь текстов. Проехал, сагрили, вот скажите. А тут воронки тоже, да, порвало? Обычку. Они что, опять на лодке дают, что ли? Конечно. Ой, ходи, там столько воронок падает. Столько люди выраливают все вороны, дальше ты просто. Целых ноль, блядь. Ну почему вчера мусор не забрал? Зашкварился. Там столько воронок жуть. Зачем чужие-то считать? По себе говорю. Дракон вчера поднял все одну вроде. Там много падает воронок. Дракон чекает. За два дня 4 раза там был, 0 воронок. Да ну нахуй, ну нахуй. Дракон, дракон на мешок унес вчера. 1500 и поймало тебе за это? Ну полтора часа время. Че, я смотрю, Дестриком эмбу кнопку добавили, да? Да. Нажимаешь. А вы вообще не ввели датчик? Так, давайте еще там летают эти херни, давайте быстрее гуляйте. Босса. Чего нельзя прокатывать птичку на пару миллионов урона просто? Так, короче, Войд, Войд, Луцин, Дракон, втроем протанчите. Войд, Синиц половит, вы там сверху побегаете. Этот, в принципе, все, да, все остальные. Если тот нихуя не знает, что тут надо делать, для этого есть пес, который снимает с каждого РТ, блядь. Я думал, скажешь, ливайте. Ну, вообще есть видосы на ютубе еще древние, 7-10, как убивалось все говно и тактика не так. Да, не так. Все, всех мобов убили, да? Угу. Рыбу ставлю. Рыбу. По хилам, короче, этот. Просьте шторы сверху. Просьте шторы сверху. Все остальные хилы снизу. Рыбу не видно. Где она? Кто меньше дает евки вагоны? Даю проверку. Дайте фласку на СПД, плиз. Кого есть? Дайте рыбу пожрать, ее не видно вообще. Салон, танки, милики. РПД остановимся. Давайте, не волоёбьте.
Можно пристабав придать? А ты что, шем собрал, что ли? Что, пристабав не дают, да, сегодня? Наспухся, блядь, спустя, наверное, полтора месяца. Девка, я не зря тебе писал, что я давно тебя не видел, блядь. У Лёхи шем, говоришь, собрал, что ли? Он уже, блядь, месяц подъёбывает тут всех. Ну ты вагон. Небось, ещё в 4-5. На роботе глянем. Что, Ростов-то померкали или нет? Ростов, Ростов апнули, блядь. Надо спекаться в Ростов, раз будет давать на 5000 ДПС больше. Ну, бесполезно. Хочу в Ростов ретрик. Веру взлетела на первую, да. А на четвертую? Ты на последнюю, дракон на первую. Сразу бегите. Он очень быстро прилетает сейчас. Да, я знаю. Спринт ступнет. Первая платформа. Вторая. Не, опять у него таймер, да, сломали? Он же раньше по таймеру. Да забей вообще, вверх, вверх. 100% снова на первую плитку. А со второй не взлетит. Или на посередине, не на посередине. Ваша ставка не сыграла. Побежали. Первого. Понял, когда мы с тобой хила. Раз воля на силу прокляну. А я бегу, блин. Еще 22 от маска почему-то не дамажит. Да, от мелика не подамажишь особо. На первой фазе. РДД же дамажит, даже когда он вверху крутится. Не знаю, я ред, по-моему, подрялся, потому что чуть-чуть ниже. Ред, основной РДД, на выше сам. Сами я спылы и...
нет, нету, все мили так. ЛП. ЛПшка не бьется, ЛП ДК. Не знаю, почему в Раске Мирвольф не обгоняет. По идее, был. Знаете, экзекут очкам. Так, на 5 лямах милики на низ. Короче, прыгайте на низ, милики уже. Шли трешачок подбивать. РДД, да, мочи. Только сильно не подбивайте. Смотрите за ХП, чтобы у них пооставалось там по 20%. Крышка, можешь сразу далеко забирать. Золото. Золото. Он дальше не прилетит. Не вижу, что там по боссу. Все, 400 тысяч, нормально. Милики, ловите этот трешачок, УДГ этот. Войд, забирай босса. Таунт. Все, на пупу Войда, милики, бьем босс. РДД трэш, сливайте. Готовься, полетел вверх, стопнули урон, Лара, по мелкому. Прохил. Бьем все боссы. Все бьют босс. РДД тоже. Когда взлетит, будете бить трэш. Приземлиться, добьете трэш. Все, трэш бьем. Но не убиваем. Приземлиться, тогда добьете. Все, можете стопать по трэшу. Отлично, без другого подбить. Можете стопать по трэшу. Все, вернулись. Это забираю мелкий. РДД трэш тут добивайте. Потом босс. Помчик, где ты лазишь? Не отошел на нужное расстояние, меня отбросил. Сейчас летел вверх, следующих подбивается там. Да хрена времени просрал. Другого бейте. Все, РДД добивайте этот трэш. И потом босс включается. Самый долгий босс, блядь. Даже в Ере он быстрее убивается. 43 месяца. Не, в плане, типа, быстрее будет убиваться в Ере, чем если сбивать трэш. Бьем босс. Милли, Оголя, Лара. Локи, аккуратно. Этот хримперсик поднимешь.
положит, только не бегает. По-другому спрят. Бафы дайте полон. Добивайте тех и бьем вас. Бивайте. Когда приземлиться, просите даже Еруку. Не сильно, не снесите. Стоп. Блядь. Знаете, чтобы еще одна взлетка была и все. Убивайте, только не убейте всех. Одному стопните, второго еще немножко. Какой дом убил? Что он даже убил? Убрать. По боссу играемся. Взлетками. Не будет. Не будет. Будет. Можете не будет. Все, поехали. Быстрее идите на робота. 25 минут, да, надо бы робота убить, пока собак есть. Драга на самый большой молоток увидел, 38, по-моему, был у меня. Уже типа апнулся. Ответишь, наверное. Блять, у меня такой же молоток на вайше. Вот здесь. Войт. Вервульфу 583. 38, да, с копейками? А, ну 38. Я бы на 2000 больше должен, как я понял. Потому что на лиде у нас такая не, была. Ну, это подпишешь шапрок, стопы десанта. Давайте там не сакайте, давайте по-бырому трэш. Ага. Где ты что-то получил? Ну, я его не ролил ни разу, оказывается. Я думал, у меня есть. Он-то получил, можно. То на этом, на сове есть. Кому-то, если нужен, типа, могу отдать. Второму. Че, это бета, блядь? Да. Пиздец. Нахер он нужен. Бегалочка. Ну это же катя. Он как-то бонус стоит. Шо, конец все вагона, да? Да. Я хоть вспомнил, как кнопки нажимать. Пиздец вагонов, да?
главная тема. Почему сейчас он не пробил? Он ничего не прожимал, но он не пробил перезаряд. Неужели в резистах хорошо что? Они ему что, урон помер? Раньше вам сейчас... Он саппорт иногда уходит. Вот тебе ревность. Это я просто уже решил точно ничего не нажимать. Нави одного. Я не хочу, но все кстати. Кстати, это 38 без ДД фласки, кстати. У меня тоже как бы без ДД фласки. Ладно. Все равно как-то к 45, да, или сколько, 47, как-то даже не близко. Слава, ты фон езжайте на перезарядку. Поехали дальше. Нихуя себе открыть на соуне. Надо красно. Кто там такой, спасатель Малибу от вспышки засейвил? Все, давайте этот Локи баны. Войд забирает этого большого тащи. Раска пока я не. Второй лок бан. Че херачу. В принципе, вот зол вставить камень, в принципе, вставить все зомби. Так, внимание, вопрос, друиды там и прочие все это. Кому ты пять плеч на мейнспек надо? Нет. Вы че? Саш, даже не надейся, это одни из самых популярных тэпетах. Да, даже не надейся. Так, давай следующего. Ты можешь щелкать только мейн спек и забирать себе на успех, я как знаю, на мейн. Знаю. Кстати, я второй. А третий. Орел. Да, тебе что, серьезно, сразу? Мне все равно. Так, погоди, получается, меня Леха обманул. Чего? Пончик говорит, типа, если второй шел спек, то я одетый забирать. Но надо сказать мейн спек. Не-не-не, в смысле у меня на холика идет по мейну. Да. У него хил спек, да. Понимаешь? У него хил спек. У него два хил спека. Да. Ты же не ролишь на рестор шамана и на второй пов спек тоже рестор шамана. Ну, а как понял, может, я просто думал, он на ДД ролит. Я-то не понял. Нет, ДД нет. ДД у меня есть маг. Все, что касается Саши, у него, да, у него только холи. А можно про товар будет самый главный спек? Выше мейнспека. Тебе холика, как холипала. Это хуйня затея. Нет, это хуйня затея. Просто, просто есть мейнспек, есть офспек, а есть протовар спек, ебать. Прям хуйня затея, потому что есть. Я играл из-за него изначально. И чё? Есть друиды, блядь. А вот нет у тебя холипала, и чё ты будешь делать? Ну, блядь, своим холипестом ты сосёшь. А вот давай-ка поспорим. Стаки. Какие стаки? Три стака по 0,9 секунд? Все равно. Ты очень много будешь в оверхил доставать. А холики в дух одевают? Проебывают. Да, у них от духа это... Ну смотри, это рейд хил, блядь. Ну какой таргет хил делать с холиком старше? Есть. Холик может быть таргет хилом. Холик абсолютно спокойно. Холик может быть кем угодно. Он может заменить шамана, может заменить рубру, может заменить холипау. Ну вот так вот смотрим.
Разведите их только сразу же быстро. Не развести. Самый раз перезарядка сбивается, и все. Второго. Он перебивается, прод, блин. У меня еще 17 минут сопрота. Ты думаешь, нам хватит 17 минут? Босс... А нет? Бой с боссом 36 минут примерно. 6-7 минут. Чё тебе не хватит? Трэш почистит тут минута 3 еще. Это все. Осталось 3 моба. Вы видели? Мальдозавр там гильдию свою создал. Кстати, как называется? Еще вчера. Более разум? Ну, да чем еще? Вот я знаю, кого я буду кикать, буду к нему отправлять. Будет такая школа переподготовки. Я помню Мадазара на Жайне, я не хочу... Разведите. Разведите. Может сначала наоборот? Сейчас минусы через... будут. Сначала, чтобы они там побывали, а потом к нам шли. Зачем? С испорченной психикой? Морально убитые и уничтоженные люди? Блядь, Саня, верни себе микрофон, я твой голос не узнаю, пиздец. До сих пор, чё за мужик там, сука, говорит? Вообще, раньше Саню помнишь, да? Блядь, а теперь, блядь, хуй пойми. Самое интересное, что он там... член не микрофон, а он просто голос так это себе... Да он член просто прикрепил, я тебе говорю, он у него на полу яйца. Или яйца вернул, ну чё-то из двух. Я чё тогда заметил, когда он ворвался и начал кому-то объяснять, что делать. Вообще попутал. Там пискля какая-то, а тут, блядь, мужик такой, я ж охуеваю, ебать, кто это, ну? Так, короче, вот, сражаемся нам на боссе. Лутынь в хила. Лутынь в хила. На драгону нельзя в ТД? Нет. Ну, если ты хочешь сдохнуть на 40%. Просто хотел ДПС померить. А можно там ДД пойти? Я хочу в ШД. Лёха, мне можно, да, скоро на ДД пойти? Ну, смотри, чтоб ты не отъехал. Просто. Ваншотник не должен. Ща я только один не смотри, чтоб охро было. Мне надо отключить, я быстро. Я ради него её дела. Так, рыбу поставил, бафу даем, даю проверку. В Раска-то заходишь? Только вышел. Все, в Раска потерялся. Все, я захожу. О, там же 560, да? Старик, я, короче, херово знает, как до сих пор удивляешься. Я же тебе скидывал фотку. Да я знаю, как ты выглядишь. А можно орехи, пожалуйста, попросить какого-нибудь ферстаршамана? Там по-любому фотки у брата. Просто дай орехи, пожалуйста. А ты что, демонический? На гевку. Так, два ханта на РНЖ стоит и дамажить. Этот, все остальные под боссом, надеюсь, понятно. Боссы... Да не, мне... Он мне фото скидывал, где мужик без есть. Вот, короче, с Драгон на бочке. Драгон с Антанчиком, вот, параллельно набирает. Чё, тихо, даю проверку. Бля, ну дайте речи, шаман. Ну дадут я... тебе, блядь, просто здесь. Да, я шмот переодеваю, да, да. Дашь орехи, короче. Уже, да. Мастер, раздавайте орехи и пунчик. Чё, тихо вы, блядь, заткнитесь, погнали.
мечта разбивать бы кровь. Гораздо больше там. Ой, Дугарн там обновляй, если что, окей. Пианист, ты что, с ума сошел? В смысле? Прямом. Ты что, там просишь, чтобы убить тебя рейтинг? Истерия? Да не, я не про истерию, я говорю про этот Уорн, чтобы обновлял. Да не, просто смотрите по рекаун, читер. Вахуя. Че, попнул? Да, кнопку просто начал нажимать. Что-то не понял, где, блядь, Ремон понять? Только вот ты, Женёк, понимаешь. Почему, блядь, старый не мог, а Женёк может? Слышишь, Орехонос, сделай шаг вправо чуть в рейд. А можно немножко маны? Жу, встань. Может, на бой три кнопки я натыкал. Понимаю, куда уж мне. Ой, где ты, бро? А я иду, что ли? Сальва раздавается, если что. У меня есть кнопка, еще не было, что мне сейчас пизды дадут. А когда варов нет с огромным маном? Вокруг этот спектр. Кстати, а где 300 баллов? Аптечка. Я подумал, что купил мало. Дайте 300 баллов. Саша, дай 300 баллов. Делили 300 бафов, что ли? А взамен можно мы? Можно. Волки, девка, Артелина. Дай гимн. Блин, ты хочешь меня отвлечь от того, что я депешу? Да. Локи был раскол, нет? Не хочу. Сначала я бы тебе дал тотем, но у тебя и так 5-10 миллионов обсорбов. Дай похилить. Дай похилить, блядь, ты дал. Вот именно, Саш, не отвлекай никого. Дайте маны в пути. Лужу поставил. Покури, блядь. Лужу поставил, вон в лужу вставая. Двойная лужа. Двойная лужа. Есть 4-5, я думал, это мир. Маны, блядь. Тихо, мы накручиваем. Пианист, почему он так на Ларе не потеет? Чего? Вот. Почему так говорят, брал на этот, на Ларе не абсурд? Ахуенно.
у меня там вечером по расписанию Майнкрафт идет. Потому что на Ларе я танков что-то кирил. Лояд. Просто. Я, кстати, вчера увидел, как работают перья при помощи той проги. Перья — это... Они имеют свой таргет, они как нихуя могут. Смотри, два ляма у босса я сорвал. Просто 10 секунд потанчил. Это я сорвал. Два лока далеко, да. Слышь, у меня что-то ДБМ сломался, у меня бурс 38 тысяч на манекене. Типа видишь дестрики, неплохо, да? А он в дестрике сейчас был? Нямки 500. Я думал в Алоке. Бля, слышь, старый, не знаю, как это получилось, но... Ой, я второе место занял, чтобы ты понимал. Саша, Саша, Саша. А может, почему же не вдамажит? Они тебе прям очень сильно нужны, да? Ну, как, я не знаю, что пока тут? Пока тут у меня книга, нет, ему не отдам. Фу, я на него не отдам. Ему 4 Т5 надо, я пока тут отдам, ну, Саша. Да ладно. Ну, шифта не ты ДПС. Хотя у него книга есть. Пока тут. Фу, ну так, фу таким быть. Пока тут 500 еще. Все, кто ниже Гены Вагоны. Гены. Какой ген я понял? А меня слабый демон. Вы чё, упали? Поэтому он говорит, что... У меня 220 усилков. У меня на 12 ещё меньше, у меня 204. Три паладины ДК обогнали. Смотри свои статы, смотри мои статы. У тебя ШМ есть, а у него нет. Вот я так не могу выебываться, а он может. Категория, статы, усилки, блять, камни, профы, блять. У меня ни одной дамагерской профы нет вообще. Ты у меня камни видел? Только ДПС я не вижу, у меня закрывает аддон. Одинаковый почти. 22600, у него 21400. Типа на том КД было 14. Ты... Когда я без бафа был, вот, а ты говоришь, типа. А, погоди, ты тут диван кидал вообще? Или нет? Раз, ты диван кидал, нет? Старик, готовься, через 5 минут заходишь. Чего? Диван кидал кому-то?